Немножко подкачал сервал, пойдем релики ей передадим, да, какие-нибудь. Я бы ей выдал, на самом деле, эффект пробития, но у меня на эффект пробития вкачан, по-моему, только один нормальный сет. Ну, в принципе, есть перчатки, упелы, здесь крио-крио. Шанс попадания эффектов, кстати, есть, можно вкачать. И эффект пробития одинаковый. С другой стороны, еще есть сила атаки. Шанс попадания эффектов мы и так накачаем при помощи небытия, да? Мы же собираемся через дебафы идти, через доты, вернее. Но ботинки на силу атаки, кстати, очень даже. Ладно, поехали. До плюс 6 качну, чтобы было. Остальное упело украду. ХП крит урон пойдет. Шанс попадания эффектов. Все равно качну вместо атаки. Скорость защиты пойдет. Перчатки воруем упелые. Плюс 8 пойдет. Не хочу левел качать, они слабенькие. И... Блин, шапка всего лишь плюс 3. Давай это плюс 6 тоже. Это плюс 3, это но очень мало. Защита говно. Здесь что берем? Здесь нужно украсть силу атаки. Вот здесь вот. И силу атаки у самую сильную, какая есть. Хорошо. Мы пойдем с ГГшкой, поэтому воруем опять все, что есть у Март. На защиту. Надо вот это докачать, офигенная штука. Почему она у меня такого маленького уровня? Крит шанс плюс. Класс. Потому что сет такой себе. Это же сет на крит шанс. Да? Ну, ладно. ГГ Наташа есть. Сервал берем. И вот и последним Асту. Все, Аста будет пробивать и тоже вешать дебафчики. Стрелы, если есть возможность, пойду возьму себе идолончик на ГГшку. Какой путь выбирать в шестом мире, если играю через Селя? Охоту. По-моему, все довольно просто. Вау, нормально так. Может, все-таки с этого билетика нам выпадет? Тут уже эпик, кстати, близко, по-моему. Хотя бы эпик. Да, раннюю легу не ждем. Ультраситуативный, очень так себе конус. Класс. Come play old school RuneScape. No, thank you. We actually are playing new games here, not old school games. And a little retro game gauntlet here, you know? Свидание со скамом, да. Это что у нас? Это третий в начале боя. Ну, это фигня, поэтому, в принципе, третьего хватит. Уровень навыка, уровень таланта. Пойдет. Как же хочется след качнуть ГГшки, но это завтра, когда боссов убьем. Шестой мир. Коколя, да. ГГ, Наташа, Аста, Сервал. Поехали. Небытие. Повышает периодический урон персонажа на 15, увеличивает шанс появления благословения небытия. Получив 3 благословения, можно активировать резонанс, получив 6 или 10. Ни разу через него не играл. Идем изучать, смотреть. Стример надо размяться. Стример сейчас уже размялся, пока воду черпал при помощи швабры. Диковина. О, что-то, чего я не видел. В начале боя нейтрализуется урон, получаем всеми персонажами. Ну я это видел, но я это не брал и брать не буду, даже ради 30 примасов в ближайшие никогда. Пускай автоматом на кубиках выпадает, а я возьму денежки.
Какой сет пойдешь первым фармить? Физушный. Не знаю пока что. Скорее всего, квантовый. Шок. Вот уж действительно шок. Сопротивление эффектом, в смысле? А, он еще и горит. От асты. А этот не горит. Но умирает от электричества, молодежь. Дает неуясно несколько ходов, 7 персов. Я понимаю Вулфнокт, поэтому и говорю, что брать я его не собираюсь. Каждый раз, когда противник получает статус периодического урона, получаемый им, урон повышается на 3. Эффект складывается до 4 раз. Выглядит хорошо. Получаем противником периодически, увеличиваюсь на 10. О, эффект пробития. Блин, сори, ты, но это очень... очень клево. Кстати, это именно эффект пробития, а не эффективность, о которой мы говорили, да? Конструкция сбор, наверное, здорово, но каждый раз, когда противник получает периодически, случайный союзник выставляет 2. Берем дальше. Так, что он с путем, после чего базовый шаг, базовый шанс 80, наложить статус огорения, шок, кровотечение и 2 уровня выветривания на всех противников. Чем 2 уровня выветривания, остальных всех по одному. Ладно. Против первой элитки очень хорош. Ну, мы же не против элитки идем, мы же идем против финального босса, правильно? Готовимся. Я понимаю, что иногда есть проблемы с самой элиткой, но... Удобные твичи, реклама Redfall, как же задолбало. Я, кстати, не включаю, у меня не стоит никакой рекламы, если что, вдруг. Это не ко мне. Что ветер не стакается, остальные нет вроде. А, серьезно? Не уверен. Периодический урон каждого своего небытия повышается. Отлично. Давайте хватит по событиям ходить. Пойдем в битву. Хотя вначале можно немножко на события ради этого. Я этого момента не знал, что выветривание стакается. И этого, значит, не хватает в моем гайде по пробитию. Но это было сложно этот выявить. Я бы так сказал. А, подожди, ну, по-моему, у Сампа обилка накладывает выветривание. И другие анимы тоже. Так, ну... Так, а это... Анима от... Ну, выветривание от пробития уязвимости и выветривание от... и выветривание, наложенное персонажем, это абсолютно разные вещи, поэтому оно не должно вместе, ну, типа, стакаться никак. Оно не может стакаться. Дот от пробития персов до 3. Оказывается, естественной программе с моделируемой рекурсивной формулой. На земле перед вами черный ящик, внутри голографическое изображение доктора. Вместо него у него змеиный хвост. Он бьет хвостом, темно-зеленые щеки шуршат и блестят. Доктор шипит. Благодаря маякусе синестезии вы начинаете понимать его речь. Световая стрела Вани уничтожила Сюнга на расстоянии 62 световых лет. Герта все видела и воссоздала в виртуальной вселенной мой духовный облик. Я теперь в небытие, теперь у меня нет полномочий отключить черный ящик. Случайно негативную диковину, а также получить благословение 3 звезд или 100 фрагментов. Благословение 3 звезд, конечно же. В начале боя значительно большая шанс, что персонажи в количестве 1 будут атакованы выбранным противником в течение 5 ходов. Часы с кукушкой черного леса. Ого. Часть роботов находилась в состоянии... Даже черный лес — это отсылка. Это отсылка на либрарку, на лоботомку. Птица возмездия, она и тут тоже. Нервное напряжение были чувствительны к любым называющим конфликтам. Внимание роботов привлек слух о том, что механическая жизнь приведет к катастрофе, созданная по этому случаю экспедиция, трижды изучила неизведанные земли и колонии. Когда они прибыли на самый южный остров, то в одном темном-темном лесу обнаружили того, кто придумал этот слух. Им оказался скрывавшийся в горах ремесленник, который изучал вредные технологии.
Изобилие, которое я ни разу не брал. Круто. А можно мне, пожалуйста, небытие? Да вы в смысле? Да вы издеваетесь? Ладно, капля росы всегда хорошо. Значение хп пойдет. Адмакванта. Электрический не пойдет, да? Надо было скорость восстановить. Память ск... О, сразу пошли штуки всякие. Сопротивление эффектом, ты офигел? Видите, не зря я и... Сапоги, по-моему, да, качнул на... Периодический урон. Дай жопу. Я все это комментирую без микрофона. Я молодец. Разные два вида горения. Это от астмы, допустим, это от пробития уязвимости. Поэтому и у Сампа тоже есть пробитие уязвимости, а есть там обычное. Да. Так, поехали дальше. Как в это играть? Что делать? Может, его таунт кастануть? Шок есть, да? Есть. Причем два типа шока. Продлевай. И... А, в смысле? Может быть, там надо талант качнуть? Также увеличить длительность наложенного на противника в статус шок на два хода. А, да, все правильно. 2, 4 хода, 4 хода. Я думал, здесь циферка увеличится. Найс. Nice. Все нормально. Не туда смотрю. Представляете, действительно, Квар это отсылка к Жужу со стендом. На тебе, варенье, кровотечение и всякие... штуки. Горение этого ветра у меня было от пути небытия, я знаю. Сопротивление эффектом, да ты достал. Блин, надо энергию подэкономить немножечко. Кто там гонит на химика? Какого хрена? Что мне нравится? Думаю, уже надо добивать периодическими эффектами. Щиты, щиточки. Нормально так пробил. Кто из физперсов хорошо накладывает кровоток? Ну, я думаю, в основном ГГшка, но тут еще такой вопрос. Пробитие уязвимости, например, в сингл таргет очень круто пробивает уязвимость. А как ее зовут? А зовут ей... Что-то я не вижу пока периодического урона у меня.
А зовут ее Сушан, потому что она синглтаргетный дамагер. Вот. Именно об этом я говорил у себя в видосике в гайде, потому что один из ютуберов зарубежных, он вот показывал, насколько сильна Сушан с пробитием, через пробитие уязвимости. Так, первые леги. Каждый раз, когда противник получает периодический урон, на него накладывается... Ага, вот оно, подозрение. Поехали. Урон пошел. При использовании резонанса увеличит базовый шанс наложения статусов на 100, продолжительность на 1 ход, а также добавляет плюс 1 к уровень к складывающимся статусам. В начале пути восстанавливает 40, а противник получает периодический урон, восстанавливает дополнительные 2. Атаки резонанса на небытие имеют базовый шанс наложить 100%, наложить 2 замешательства и лишение на 2 хода. Ух ты ж, ёпт. При пробитии уязвимости противника каждый уровень замешательства наносит ему урон равный 30 от всех наложенных в этот момент эффектов периодического урона, затем расходует один урон. Третий топ, да, я вижу, это выглядит прикольно. Первый уровень замешательства, этот эффект может складываться до 5 раз. Третий, потом первый, а мне вот еще второй на самом деле тоже нравится, потому что восполнение энергии это чаще ультить по копьям. Каждый уровень понижает восстановление стойкости. Надеюсь. Вот это хорошо тем, кто много статусов накладывает. Типа сампа. Каждый уровень понижает восстановление стойкости на 10%. Так может складываться до 5 раз. Ну ладно, ладно, говорите первым. Я вас послушаю, потому что... О, сургуч небытия. Урон резонанса пути. А вот это вообще будет работать? Наверное, будет на... Ну, как они называются? На периодический урон. Не будет? Тестили? То есть только initial дамаг. Странно. Он не наносит урон. Ну, он наносит... Статусы, которые наносят урон. В таком случае, бафает ли элементальный кубок урон от статусов, которые накладывает... Который накладывает сампа, например. Если он берет, если ему давать ветряную сферу, увеличивает ли она урон? Хз, вот надо тестить. Мне кажется, что должно. А если это должно, то и это должно работать в теории. Ну, в любом случае, это нам подходящий сургуч небытия, поэтому, типа... За каждый уровень подозрения у всех противников... Понижает их силу атаки. Нифига себе, здесь еще и дебафы такие есть. У меня есть одна монетка. Я хочу ее потратить. Я вчера загустил. Черт, я забыл дать гамбу. О, oh, no. Снежочек, спасибо за 16 месяц. Крит шансовый на хп. Наташу дать. Урон шанс попадания эффектов, но это ей, конечно, не очень надо, но... А у нее вообще синяя сфера на физуру. О, ясно. Хорошо. Это мы качаем. Я понимаю, что скоро можно будет выбить из другого сета. На 6 все равно можно. Шанс эффектов и крит урон. Нужен... Есть кто-то, кто от хп шанс эффектов стакает. У меня еще лежала синяя штука, просто чтобы сет закрыть. Не, у нее какой-то... А какой у нее сет вообще? А, никакого, я понял. Окей. Звучит, каких персов тебе больше всего нравится? Ну, Герта, конечно. О, хочется, но колется, да. Рано, надо позднее. Блин, количество получаемых клёво. Это совсем случайные, поэтому фрагменты возьмем. Очень сильно.
Скажи, неужели С3 зелья повышает урон Ешки в 2-3 раца, ибо в друзьях есть кит, у которого С3 зелья и сигнация 1. По стату у нас различие только в атаке на 100-200, но по КУ моя больше на 30. Его зелье убивает с 10к, моя максимум 4, у меня С1. Вы под одинаковыми бафами смотрите? Там под какой-нибудь Астой, Лисой и так далее, нет? Нет, два уровня таланта не могут так сильно апнуть урон. Или сколько? Да, два уровня. В смысле? 10, 20. Третья что, ульту качает? Нет, навык. 20%, нет. Она должна быть сильнее на 20%. Да, под броней моей. Не может быть такого. Скорее, второе созвездие ему очень много урона дает. А, нет, подожди, это просто увеличение скорости. Может быть, у него скорости больше. И за счет этого у него больше урон от сигны. Ты учитываешь скорость от сигны? У него 116 скорость, но после нажатия двух ешек со скорости должна становиться больше. Нет, уровень навыка должен 20% всего давать. Не может быть такого, чтобы он давал 6000 урона. Ну, в левых и... нажать. Зелья, сигной цель. А у тебя с чем, типа, КЗ, с чем, ну, с чем твоя зелья-то ходит? Так, надо хилить. Бам. Танкуемс. Кстати, я, по-моему, ГГшке не передал конус. Сморг. Пока хил и щит и провокация. Там основная суть ГГшки в процентных понижениях урона себе и союзникам. Но союзникам только если ты первый след прокачаешь. Выпрями спину, закапай глазки. Да, что? Нету. Сейчас.
Глазки закапать, да. И это тоже надо. Может, ГГшки что-нибудь качнуть? Не, нафиг. Еще бы еще следы перекачивать, когда у меня энергии нет. Вчера рано шел. Какие успехи в Старлорде? Никаких. Я на третьей миссии застрял. Там слишком рандомные враги. Из-за этого практически невозможно. Нормально. Жесть, что так больно. Кто стоит на кларе? Фисет, или в чем вопрос? Блин, что-то пока нет периодического урона у меня. Я его не вижу, по крайней мере. Внешности кому больше симпатизируешь? Персонажей? Какая? Не знаю, у Марты, наверное, самая клевая внешка. Так, ну это похоже на пробитие. Так. Бля, можно ты умирать не будешь, короче. Было бы очень здорово. Я все еще не поменял песика, да? Так, продолжительность действия увеличивается, или каждый раз, когда противник получает периодически, все союзники восстанавливают ХП. Берем просто ради книжки в основном. А, нет, поменял. Что делать, если в шестом мире финальный босс на две фазы прям унижает? В каком мире? В шестом? На второй фазе прям унижает. Ваншотать монстров, которыми он тебя унижает. Другом никак. Там что-то срезистили какие-то мобы. Очень неприятно срезистили. Блин, хп 1600. Столько мой. Очень мало. Отшотнуть Коколю, так нет, но... Я же не про Коколю. Я же про... Как их зовут-то? Фига себе пробило. Копия? Я про копия. И про броню. Ну, броню не ваншотнешь, но... Пытаться можно. Хил сочно звучит прям. Балдежно. Так, это что такое? Это нам не надо. И это нам не надо. И вот это нам не надо. Ничего из этого нам не надо. Нам надо вот это. Продолжительность действия эффектов. Круто. Что, берем? Какой вы говорите? Вот этот вот? Базовый шанс наложения плюс 100 и продолжительность статусов, да? У меня уже, конечно, плюс продолжительность статусов есть. Ну да, звучит сильно. Я же тебе теперь сервал хочу прокачать. Ну, я ничего не творю. Я сам наслаждаюсь разными видами персонажей. Вот, небытие. Мы просто тестируем ради Ютуба, поэтому... Что мир на памяти так и не проходится. Привет и неудачного стрима. Ну, на памяти, блин, естественно, сложно. Блин, встреча или битва? Встреча или битва? Я ненавижу на встречи ходить, но... Они как бы круче. Их надо выбирать в варианте между этими двумя. Ну, поехали.
скоро начнется эра. Так, цивилизация. 4 цикла, мои любимые, ура! В смысле сопротивление эффектам? Он еще, блин, огненный. Два огненных персонажа в пачке, ни одного, что там, ледяного. У него вообще иммунитет к огню. Сопротивление горению. Но я думаю, его можно поджечь. Зашел, как обычно. Если пройдем, будем считать это как бы обычной битвой. В принципе, может и пройдем. А может быть, нас ваншотнет ОЕшкой. Сопротивление эффекта, тварь. А, ОЕшечка. Ну, кстати, не так уж и больно было. Я что-то думал, что будет в разы больнее. Что-то у него еще не было повышена атака. У меня встречах дали полный набор защиты. Я тогда так офигел, что не передать словами. Я этот еще баф ни разу, к сожалению, не видел. Блин, а он же горениями меня сейчас убивать будет. Точно. Шок, ветра, сопротивление, кровотечение. Да, у него реально иммунитет к огню. Да больно. 5 дебафов на Наташу. А, быстрее выхили Асту, она же сейчас ходит. 5 дебафов опять. Да, сгорела, ясно. Ясно, понятно. Дот из ГГшки снимать, да? Так, тобой надо базовую тычку сделать. Да нет, что-то как-то... Да, моб ужасен, это во-первых. А во-вторых, все как всегда. Мы идем в зону встреч и умираем. Пойдем, нормальный забег, в котором мы никогда не будем заходить, в зону встреч. Честно, я... Зато мы протестили полезность этого. Проверили силу небытия, она не справилась с зоной встреч. Как бы, это же не на боссе проверять, верно? Тоже мне на боссе. Ту-ру-тум, ту-дум. Прошел вчера по фану на небытие, на автобое, все. Хорош. Чем встреча от событий? Во встрече ты всегда дерешься с какими-то элитками. Наверное, в 90% случаев. И не всегда отвратительно мерзко сильные. Разрушаем предметы, будут появляться чаще. Балдеж. Ага. Ага, хорошо. Понял. Окей, ждем, хорошо. В чем отличие Геншина от этой игры? В том, что Геншин это open world action RPG, а это JRPG с пошаговой боевкой. Это абсолютно разные игры. Бим. Ваншот, ну что? Не ваншот.
Первая разрушенная ваза в самом начале забега, 1 хп твоего пати. Это нормально. Блин, Сургуч еще был, конечно. Хорошо шли. Да, спасибо большое. О, если у противника есть какой-либо статус периодическим уроном, то при получении удара срабатывает случайный тип периодического урона, который наносит урон от изначального. Звучит как имба. Это мы берем в любом случае. Типа... Да в смысле? Вот мы и без Сургуча, да? Тебе нужно найти карты с подозрением до того момента, дот не дамажит. Понял. Ого. 48 хп при убийстве. Блин, ну... Здрасте. А где? Алло. Фиксированный шанс получить чит. Ну, видимо, это он. Пойдем в одно событие сходим. Может, нормальный предмет какой-нибудь полутаем. Ой, зря ломаю эти штуки. Но нужны релики оттуда. О, кукла. Элитки на автобе, пока дарится все силы. В итоге собрал билд через охоту. Почти не реагирует, что на счетчике не меняется, провал. Да. Раз не поменялось, значит надо еще раз ударить со всей силы. 150 фрагментов, неплохо. Медленно возрастает до сотки, активирует вживленный в куклу чип. Получили несколько фрагментов, спасибо. Спасибо, вечерок, он за 50 рублей. Нужны релики оттуда, решил фармить элитки на автобой, пока работал. В итоге собрал билд через охоту и случайно прошел к Аколю. Ну, билд через охоту — это сильно. Спасибо за 50-очку. Так что... Неудивительно, что прошел. Да ну еще. Да, усиления прошлого забега, конечно, были покруче. А кукле надо сильный, потом слабый. Выпадет 450. Насколько я понял, никакого гаранта на это нет. Я бил сильно, а потом слабо и получал 100. Вообще, судя по описанию ивента, это что-то типа что-то мы играем в очко, походу, как бы. Но это не точно. Да боже мой, ну где? Повышает эффект пробития, спасибо. То есть надо набрать определенное количество сильным и слабым ударом. Обсервал... Ага. Главное, чтобы с очком не играли. Специально вначале Ешку ударил, а потом ультой для того, чтобы продлить эффекты электричества. Boy next door. Boy next door. Так, я лучше Астой пробью, поэтому делаем вот так. А, дабл ход. Откался на события с 2000 фрагментами и всем был своим ни разу. Надо почаще, наверное, на события ходить, может, когда-нибудь наткнусь. Блин, зря. Насколько долго длится уже ее электричество? Или больше 5 не может? Шок на один ход? В смысле? Почему на один? Как так? Что? Может, я его переналожил? Ну,
А, я опять смотрел на единичку, а не на количество ходов, да? Я опять туплю, да, ходы здесь. Странно сделали. Хоши-боши вам. А теперь? Было 3, стало 2, да? Видимо. Я его с нуля наложил. Небытие скучно. Первое сообщение в чате. Ну, в смысле. Я ни разу не играл небытием, и вот мне весело. Может быть, оно скучно тем, у кого там прокачанные сампы, и кто играет на нем с самого начала. Мне вот, например, весело. Блин, у ГГшки когда-нибудь будут еще ниже ракурсы в... во время использования обилки? Чуть-чуть не хватает. Можно пробить, но мне так лень. Вообще урон не нанесла. Победитель периодическим уроном 1. Найс. Да вы издеваетесь. Окей. Периодический урон активируется один раз, из-за чего получает 90 от наложенного периодического урона. О, кубики. Или, ну, лего, конечно же. Ол. Кубики или клей. Так, ну, здесь я больше тратить не хочу. Так, подтвердить. О, уровень всех первоуровневых. Можно было бы, конечно, общий процентный урон взять. Опять же, не факт, что он будет влиять на периодический накладываемый, поэтому... Чего нужен накладыватель? Спецзаказ, чтобы накладывать его на пушки, купленные у Герты. Выбрал я один самп, я посчитал, что это судьба, просто ходячий мем. Самое прикольное. Это правда. Нравишься тем, что когда играешь в игру, ты подробно пытаешься в ней разобраться в механиках и сборках. Заметил, что в игре ионов аж 16 штук. Значит ли, что в будущем будут новые пути персонажей? Сомневаюсь, потому что... Чтобы придумать новые пути персонажей, это надо придумывать новые механики геймплея. В плане, поскольку каждый путь делает что-то свое. Так что, ну, может, что-то и придумают, конечно, но не факт. Блин, почему всего один шок? А, вот на этих два, все верно. И каждый шок продлевается, и от пробития. Ух, это очень круто. Это очень круто. А, эта метафора была про небытие скучно, я не понял. Не знаю чья, но... В том плане, что... В игре это про скуку. Решение списка союзников в бою через призыв дополнительных юнитов. Нормальная тема. Ну, у нас есть уже задатки призыва. В этом. Ну, у... Как его зовут? Да боже мой.
Да в смысле? У Цзиньюаня, да, который со своим этим ходит. Ну ладно, давай. Когда персонаж исцеляет, союзники, кроме исцеляемой цели, восстанавливают ХП. Ладно. Бедный клей. Потратили его на бесполезное говно. Ладно, может, я и не прав, конечно. Какой конус взять у Герты? Тот, который подходит к твоим персонажам. Что виртуалк прошел 3 раза уже? Вот сейчас 4-й пробуем на новом типе урона. Это что на нее за дебаф такой навесили? При получении добивающего удара Санкс Медикус наносит урон 1 раз, на которых был наложен сполох. Ладно. Сполох разврата или что там было? Сампа нет, ну была бы, взял бы. Была бы, вернее, был бы, я бы его использовал на небытие. Ну, его нету. Три четвертые миры на второй сложности почему-то легче, чем 5 и 6. А почему ты думал, что они будут сложнее? В этом же и прикол 5 и 6 мира, что у них первая сложность — это вторая. Ну, как бы. Мне так хотелось. Сигна Байлу подойдет на Тайхе? Конечно же, подойдет. Впервые играю в такие игры. На данный момент 20-го с вами есть дефолтные персонажи и вельт. Что можно и нужно тратить, а что нельзя, и оставить на потом, кого качать, чтобы не наделать ошибок. Значит, в принципе, ты можешь... Блин, я не могу инвентарь показать. Там есть топливо в инвентаре, которое восполняет энергию. Вот его лучше не тратить до более высоких рангов. Но если... Но оно может тебе пригодиться, если ты прям очень хочешь играть прямо сейчас, и у тебя там ждет сюжет через один уровень, тебе надо уровень свои не качнуть. Еще не советую вообще никогда ни разу ходить на так называемые... Блин, а как они называются? Как называется место, где реликвии выбивать? Чат. В общем, активность, где ты тратишь энергию на реликвии, потому что... Пещеры коррозии, да. Пещеры коррозии, на них ходить не нужно. Потому что ты будешь... Тебе нужно выбивать этот... Короче, реликвии на 40-м ранге освоения. Только тогда. До этого не надо. Да и в принципе, наверное, все. Игра наслаждается игрой. Ну, советую не распыляться в огромное количество персов. Допустим, тебе там нападли все эпики, и ты хочешь прям всеми поиграть. Тебе может чуть-чуть не хватить ресурсов. Но... Такое. Типа. Я, например, вкачал 70% своих персонажей. Больше ради гайдов всяких, но вкачал. Нефрит только на особые билеты. Да, самое важное не сказал. Примагемы, то есть, ну, звездный нефрит, как он здесь называется, ты должен тратить только на баннер, который временный. На данный момент это селя. Оружие лучше вначале тоже не крутить. Когда крутить оружие, ты сам поймешь когда-нибудь. Может быть. Точно поймешь. Ты к этому моменту уже научишься играть. Между красными скалами и Инсумосу вы обнаружите каменную скульптуру. И он изобилие. Неожиданно для себя сжимаете скульптуру, как под вашим пальцем голова превращается в птицу. Желание всех разумных существ исполнится.
Одно благословение двух звезд, при этом все персонажи потеряют 30 хп, или получить одно благословение трех звезд, при этом все персонажи потеряют 80 хп. Вы еще спрашиваете? Небытие, ура, подозрение. Эффекты подозрения, супер. Так, они поменялись местами. Замешательство и лишение вначале берем, да? Элитка, да, сейчас, конечно, будет больно, но что поделаешь. Сейчас мы сразу же Наташка хильнемся. Опять этот. А, нет, ледяной не. Нет, ледяной это нормально. Ой, в смысле, стой, 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 подожди. А, он, кстати, вообще не агрится. Куда? На элитку, что ли? Вроде нет. Че, эффект подозрения 13, да, до 99 раз. Два теряются в конце хода. Нет. Больше, больше. Ух, что-то больно. Я не собирал 20 цен на бокс линии одного вида. Я собирал, ну, нет, настолько много мне не выпадало, мир. Надо два дебафа в идеале навесить. Как можно больше типов урона наносилось. Теперь. Че, заморозку он тоже кидает? Не, заморозка это фули. Горение, шок, кровь, течение в ветре. А, ну да, он не накладывает три эффекта, которые дают бонусы всякие, всякого типа. Так, маловато пока урона, тоже, честно говоря. Это уже 20, всего 21 подозрение, а чё так мало? Мне хочется ГГшку, но в то, и асту хочется, но и... У тебя сейчас не будет дополнительного хода случаем? А, будет. Что я там говорил про урон? Что-то, ну, незаметно. Сколько у меня шоков? Раз, два... 1 ее, 2 от урона, да? По идее. Где бы 2-300 опыта брать? С энергии? Это вопрос. Mm-hmm.
по идее, три горения на нем, кстати, должно лежать. Да, три вида. Два шока. Но усиление. А давай-ка мы таунтанем быстренько, а? Муштарка откается. На тебе лишений и всяких там штук. 31 подозрение. Может опять там? Не, надо пробить сейчас. Кто в этой пачке дамажит? Или ты на дотах? Я на дотах. Думаешь, что я постоянно залажу и смотрю, сколько там дотов, что они делают и так далее. Что-то эти 30% хила, конечно, как будто вообще не хилят. Все, кстати, энергию восстановили. Это основной ак, да. Такого вопроса, кстати, еще не было ни разу. Я, в принципе, не играю на твинках. Сейчас ему пробить уязвимость в идеале, да? Асточка! Асточка! Ласточка! Куда мне не баф? Сорян за фуд, есть же инфа, когда кавка будет? Нет инфы. Никакой. Какая-то, может быть, есть, но мы об этом не знаем. Мы не знаем. Блин, лучше бы ультану после. Выиграли уникальный вопрос от Тиана, шанс выбить был 0-0%. Да, ну типа за неделю вопросов было миллионы, и вот уж чего-чего, но я не ожидал вопроса про... вот такого вопроса. Ну, 40 ранка, героев возвышать нечем. Просчитался. Теперь начался геншин от смолы до смолы и чистой ежедневки, ибо все активности кончились. Вы знали, на что шли? А насчет героев качать нечем, смотря что. Ну, я вот на пробуждение я заранее нафармил, например. Ваташи Гамамору. Я засисю. Я тебя засисю. Где урон? Блин, только скажи, что ты сдохнешь. Может, я давно Эрку просто не нажимал, и с него все дебафы нормально спали. И забыть нафармить на следы и на конус. Ну, у меня аж сколько-то накоплено. Этого в любом случае не хватит. Потому что мы в ТП. Сколько-то есть. Так, я уже был готов Эрку нажимать. Расы.
А есть еще легендарное благословение небытия? Есть. Каждый раз, когда противник получает урон... О, вот оно. Вот чего мы никак найти не могли. Подозрение от каждого периодического урона. Так, я бы, в принципе, клей перебросил. Вездесущую капсулу. Ну, она клевая, всеведущая. И фасеточный этот штук тоже клевый. Но у меня уже 500 монет. Поэтому я думаю, что мы просто возьмем вот эту штуку и понадеемся на что-нибудь клевое. Сургучее разрушение, два усиления, двух благословений, ХП после битвы, и в начале битвы все получат урон. А, пойдет. Ого, Лего улучшилось, уровень подозрения не может быть уменьшен. Найс. Когда персонаж теряет один ХП, его сопротивление эффектом повышается. Ну, кстати, в финале очень даже неплохо будет. Девять из 13. Или уровень одного случайного, а там всех базовых, да? А у нас уже боев-то, может, и не будет. Поздно для лотереи, никогда не поздно для лотереи. Сургуч охоты. Халява. Крит шанс плюс 11. Еще диковинка. При поражении в бою вы воскрешаетесь. Я так ни разу не видел, как она работает. Кто говорил, что слишком поздно для лотереи? Лотерея имба. Опустил действие моба на 291 пункт. Вельт имба. Жесть. Жаль, что мы буквально только что реролльнули штуку, которая... ...дает больше вот этих предметов. На экране, да? Блин, надо было их успеть ударить, но... Есть штуки. Кавертолк сложная, сварок на третьей фазе душит. Я с Сварогом один раз дрался, надо будет как... Ну, скоро уже, скоро нам перепроходить третью и четвертую, поэтому... Как же она танчит? Как же она танчит? Как ты смотришь, что в пачке у мобов перед боем? Кнопка Z. Ну, как бы даже нарисовано. Вроде не очень сложно должно быть. Сунь до 40 ранга за лучшие леги 3-го и 4-го мира. Да, обидненько. Сейчас бы выбивали их на самом деле. Поддержки. Окей. Ля, базуки у них, блин. Поддержки. Ты же сдохнешь сейчас от горений всяких там. Да? Еще как? Конус на ГГ единственный бесплатный от сохранения. Других у меня просто нет. У меня, кстати, два боксования охоты. Может, немножко скорость персом качнуть? Нет. Мне очень нужно найти. Да нету, нету, не падают. Но это из-за сургучей тоже, видимо, да? Снова заморозки, после использования навыка сверхспособности. В начале хода повышает силу атаки. Ну и говно выбили. Нам нужны еще благословения. Может быть, на события благословения найдем. У меня есть огромная проблема. У меня очень мало благословений небытия. 9 штук. Это 8 на самом деле, да? События. Да вот, типа, сколько у нас? Одна битва осталась. Развилка и все, да? Потом зона отдыха. А, зона развилки. Нет, две битвы. Я лучше гарантированно хотя бы две штуки выбью. Вот тут что, два врага?
Повезло. Ой. Мне нужно второе усиление для Эона качнуть. Может быть, придет событие, где все сразу дают. Ни разу его не видел, пожалуй, не буду и пытаться. Есть ли смысл нажимать ультуаст, когда она у тебя первая в ходу? Она же не поднимает твоих персов над ходом врага. Есть, она меняет разницу между твоим ходом и ходом врага. То есть твои ходят в самом начале, а враги ходят где-то дальше. Так что, считай, что да, поднимай. Однозначно имеет. Гамба на босса можно выдать, но чё-то я вот не верю. Первый забег был как-то посильнее. Жесть их. Все были с вами настолько редко, что я уже два залутал на изобилие. Ни разу. Оно мне не приходило. Блин, огненные враги, конечно. Немножко хринги. Так, стой, мой должен первым быть. В смысле вы первые ходите? Что он где-то насервал? Немножко на пробитие. Ну, сет на пробитие, белый. Я, кстати, оружие-то и поменял, а то я вкачал, а поменял его. Оружие я дал, которое бесплатное, важность завтрака. Единственное, повышение силы атаки до 3 раз. Да вот оно, да? За каждого побежденного противника. Ага, ну, значит, оно работает так, как я и думал. То есть сама сервал должна врагов добивать. Потому что мы убили 4 юнитов, а бафов всего 2. Отстойненько. Если честно. Воу-воу-воу, дай жопу. Что ж так больно-то? Пусть хватит. Если в меня, наверное, до 4-5 пробудет, и карты будет лучше. А я считаю, что нет. Дает ли ее сигна силу атаки, которая увеличит урон от шока? На навыке. Нет. Я же ее собирал в шок специально под виртуалку. Значит, нет. Поэтому урон шока, скорее всего, повышает столько всего атаки. Тачкирем. Ну говно, у меня бафа, конечно. Блин, Эрку не хочу юзать, потому что следующая битва это босс. Уже как Оля должна быть. Тример, выпрями спину. Там еще кто-то рекламу запросил минут назад. Жесть. Не, я, конечно, включу, но...
Слушайте, а мне так и не пришло базовое, да, которое от каждого благословения. Ну и отстой, смотреть на это. Как я без него вообще дамажить собрался. Fuck you. Надо попробовать выбить. Оно. Везло. И... Опа, когда противник под подозрением побежден, накладывает тоже подозрение на другого случайного. Блин, вот это... А, ну вообще, кстати, чтобы с копий как Олей побыстрее накидать. А почему... Сургучи забили, в смысле? Ладно, спасибо. Лечение союзником, доп хп. Ладно. Проблема в том, что я до сих пор не улучшил босса. Ну, это, блин, бесплатное благословение. Говно какое. О, диковинка уничтожилась. Ну, я, в принципе, ожидал это. Самый конец, перед боссом. Прекрасно. 9 благословений, да? Так, эта штука не улучшена, ее мы улучшаем. Дальше. Каждый раз, когда таймер периодического урона обновляется, накладывается одно подозрение. Угу. Если какой-либо статус с периодическим уроном, то при получении удара срабатывает случайный тип периодического урона. Мне кажется, это рип. 135, в результате чего противник получает. Угу. Наташа-то выхилит. Там и Наташа выхилит, и ГГшка с щитом выхилит. Поэтому не проблема. Ну, что-то говно какое-то. Типа, я очень мало бонусов. Я не собрал 10. Я не собрал 10 бонусов, а это посос. Сейчас, кстати, лучше за сервал открываться. Гамба, пайджи. А, да, 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 сейчас. Гамба. Пройдем как Олю. Да, нет. Две минутки у вас. Обзор сервал на Ютубе. Ну, примерно завтра. На Твиче сегодня. Еще не было, нет. Сам топливо тратил уже, как 39-й добил на ФТП. Около 10 бутылок и 6 раз по разу в день примагемы. Ну, нефрит. А может быть и все 7. Какой сегодня день недели? Пятница. То есть игра уже вышла 9 дней назад. Не, в первые дни я не тратил, потому что слишком уж пососно, наверное, было бы тратить примасы на, 18-х, где-то 20-х уровнях, не помню. Может быть, ну где-то, ну может быть уже почти неделю трачу. Не уверен. Почему ты не через зелье охоты проходишь? Они изи на авто закрывают. Потому что я уже проходил на зелье охоты, и мы тестируем разные билды. Не играть же на одном и том же. Я же сюда вообще пришел просто так. Я ради зрителей сюда хожу. Чтобы показать, что могут разные персонажи, чтобы выложить все это на YouTube. Так-то что мне... Думаешь, мне надо Дико Коля убивать, что ли? Нет. Проходил, да проходил, проходил. Да. Типа, это было прохождение. Одна глупая ошибка, как бы. Так, хил есть. Сразу продлим шок наложенный. Может, стоило подождать, пока она все-таки присамонит, потому я что-то это поспешил немножечко, да? Ну ладно. Спешишь, как говорится.
А, у этих, кстати, нету. Можно же ударить сюда, но... Лучше нажму мобилку и нажму ульту. Ну, получит урон пробития. Хера, я и 45 хп оставил уже. Ой, вернее, 55 оставил, 45 снес. Что? А чё так жестко-то? Может, не так жестко. Три эффекта электричества продляем. А, диковинка сработала на тридцатку. Да, я чуть даже не подумал. Сдохло 71 уже. Че, может, уже оставим на финал? Хотя, да еще у вас еще откатится, жмем. В смысле, сколько можно сопротивляться эффектом? Ты что, офигел? Блин, что-то сервал раненая какая-то. Давайте я похилю. О-о-о! Так, сколько здесь еще дебафов? Раз, два, три, все три есть. Продлеваем, пока они не исчезли. А на свой второй ход ты не получила, что ли, урон, да? Ну ты, блин, конечно, ты понял. Дома. Заново накладывать не хочется, потому что мы его, ну, там 3-4-4, а мы его сейчас наложим с нуля, по идее. Я бы лучше, конечно, горение наложил. 2-3-4, да, было 3, стало 2. Ну ладно. Что бы делаешь? Сосуд на айкидо. Опа! Сразу же ульту. Сразу же ульту ГГшки. Возможности Эрку. Эрка пока не работает. Сжать ли защиту? Блин, или все-таки урона пробить? Надо как можно быстрее выбить эту как-никак броню, да? Все равно надо спасти, так или иначе. От заморозки. А на ней, кстати, вообще дебафы-то остались сначала. Ну, 99 вижу. Вижу 99. Рады. О, так, давай-ка прохилим. Не хочу полумертвую асту. Она еще эффекты снимает. Я думаю, этот сдохнет от дебафов, скорее всего, да? Блин, куда-то не... Ну, вообще, кстати, у него броню-то хорошие циферки полетели. Давай, кроток, почему бы и нет? ЧГГ, конечно, хильнуть было бы здорово, но... Мото. Блин, жаль, в этого не попадем, но он опять же тоже умирает, так что... Так, а вообще сколько на тебе дебафов? Вижу один шок, и все, один шок? Жесть, ну тогда
Я, пожалуй, с сервалкой все-таки пробью. Здесь 62 подозрения. Горение, выветривание. Ну, дебафов много. В целом. Давай-ка ты все-таки втанчишь, мы тебя как-нибудь прохилим сейчас. Хиляем ли? Наверное, да. УГГ очень четко как-то сейчас больно. Дебаф над полоской видно. И справа сверху возле кнопок замедления времени. Ты в курсе, что там все не будут висеть? Ну, типа, вполне логично, что всех там не будет. Жесть, как Коля, мы тебя вообще пробьем, я что-то сомневаюсь. Ну, сейчас доп-ход будет. Нет. Похоже на смерть. Да, похоже на смерть. Не пробиваем. На разрушении мы это кое-как переживали, здесь как бы 4 бафа, 4 стака, мы никак не выживем, да? Да, и хила, и хил тоже в откате, поэтому... И ни ГГшкой не ультануть щиты, не навесить ничего вообще. Ну, еще этот ударил, блин. ГГ! Хиля сдерживал ульту при 7 стаках. Ну, ну, а не, сервал сдохла все-таки. При том, что я вроде бы ее и хилил, да? Как сейчас без электричества одной астой проходить на пробитии? Не знаю, вряд ли, вряд ли. Очень сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Бытие проходит кавку, особенно с Сампа. Да с Сампа никто и не сомневается на самом деле. Наташа, хватит стоять в стане, пожалуйста. Да, броня еще жесткая снимает стаки, блин, вообще. Урон весь забирается, как воли. О, сейчас мгновенное ускорение, что ли? Ульты? А, не, она сдохла. Она сдохла. Если бы сервал ту одну атаку пережила. Да. Жаль, что не пережила. Сразу же 30%, это классно. Блин, как же больно. Ну, я знал, что у сервал мало хп. У нее цветок качан на 6, по-моему, да? Для Коколи это, ну, чуть маловато все-таки. Хоть это и эпический цветочек, но... Ну, да. Типа, я знал, что у меня есть с этим проблемы. Сустейн... Да, еще уменьшение урона от дотов тоже не упало, важная штука. Мне, в принципе, мало бафов небытия выпало. Я типа вижу, что эта пачка отлично может это пройти. Просто, ну, мне бафы не пришли реально. Хорошие. Мне что, там предметов, да, где-то нападало вроде бы?
Че, справишься? Не думаю. А, ульта добьет. 4 перса, конечно, вряд ли. Можно ли ставить Квару к зелью? Конечно, Квар будет на себя урон перетягивать. Она же танк. Квара клевая. А. Ой, больно. Тер, вообще некогда жечь щит, да? Прям вот совсем. Даже если очень сильно хочется. Если сейчас стример выйдет из игры и зайдет, ой, перезапустится. И мы этого делать не будем, потому что в этом нет никакого смысла. У нас и так уже все это все пройдено, зачем нам еще какими-то обузами пользоваться для того, чтобы... пройти Коколию, которую мы и так проходили. Походу здесь, видимо, не хватает. Может быть, скорость от Асты даст походить ГГшке. Значит, вряд ли. В этот раз мы ее не встанем. Вау, ну, каким-то образом, конечно, выжили, но... Бля, какой из этих будет ходить сейчас? Левый, да? А тут, в принципе, без разницы, наверное. Да, он все равно дохнет. Я так и думал. Этот тоже должен сдохнуть, по идее. Блин, это и не хватает. Но мы ее сейчас, конечно, встанем опять же. Нахил. Будем прижимать базовую. Свои копья встанешь. Это не откатится, не очень хотелось бы. Откатилось. Хуже не... да они просто не хотят умирать от дебафов, блин. Что его таунт прожать? О, вот сейчас, наверное, стоит таунт прожать. Чтобы она сингл-таргетную тычку давала в минус урон. Отлично. Так, ну это уже как бы смерть. Она не успеет походить. Значит, копим энергию. Вот, по идее, не должна. Ага. Ага, и это втанчили, выхилили. Можно ли ставить Клару к зельям? В смысле, зачем? Почему ты спрашиваешь этот вопрос второй раз подряд? Я же ответил. Просто читаю рандомное сообщение из чата, и оно оказывается тем, которые, на которые я уже отвечал. Я разрешаю ставить Клару к зелье. Круто. Спасибо, получается. Ядри, чё с ХП? Поставила с тобой на Коколи и ушел мыть посуду. Прихожу. Ну, походу, Аста мертва. Наблюдал, как пачка геройски снялась. Оставил боссу 1% хапа. Но со второго раза прошли. На Коколи ушел мыть посуду, прихожу. Уже третья фаза, наблюдал, как пачка геройски снялась. Оставил босса 1 хапа. Понимаю. Понимаю. Не прошло мое небытие Коколи.
Ну, я думаю, если бы сервал выжил, может быть, мы бы справились. Быстрее бы пробили вторую фазу, и, может быть, пробили бы третью. Но ей хп не хватило. Да. Ей просто не хватило хп. И, ну, бонусы. У меня ульта была слабая. Вот в чем была главная проблема. У меня ульта была первого уровня. Я не смог набрать 10 стаков. Зато смотрите, сколько предметов бесполезных, да? Да, я просто не смог набрать 10 стаков. Это главная проблема была. Не смог упороться в один путь, получается. Ну да, сервал что-то по хп у нее, блин, даже меньше, чем зелье. А что у нее вообще? Плюс 6. Ну да, плюс 6, наверное, маловато. Хотя, ну, Клара жила с плюс 6, но Клара — это Клара. Наташа тоже плюс 6, но у нее процентные хпшки в других предметах. Whatever. Anyway, да, отдаю гамбу красным. Не прошли как Олю. Вот такой вот забег на небытие получился. Ну, первый был лучше, но мы, как всегда, пошли навстречу. Я думаю, мы бы прошли в первом забеге. Но мы пошли навстречу, сдохли от огненной элитки, и этот забег закончился. Поэтому никогда в жизни не ходить на встречи до, наверное, 80 уровня. Когда будем на 80-м, и персы будут сильные и прокачанные, тогда, наверное, можно будет ходить на встречу. Но, опять же, попадается моб, у которого уязвимости другие. И все.